Дуняшка, сухари зашила, сало солью пересыпала. Да вы, батя, свое дело управляй. А я, братушки, так ложу, что до самого Черкасского не воротнется. Что он там, ищет, что ли? Нет, не ищет. Ну и не надо, бать. А то он не поемыш. Что-то пробеем ты, Миша. А он, видишь, его к дому сводит. Григорий, веди коня. Чертяка бешеный. Чудо с конем не стоптал. Ну, как Степан твой собрался? А тебе чего? Какая? Спросить, что нельзя? Собрался, ну. А стоящий стал быть жалмеркой? Стал быть так. Небось, будешь скучать по мужу, да? А то как же. Ты вот женись, а после узнаешь, скучаю тебя нет, подружечки. Бабажник рады, как мужей проводит. Наша Дарья без Петра толстеть начинает. Муж он не уж, а тянет кровя. Тебя скоро обженим? Не знаю, как батя. Должно после службы. Молодой ж, не жени. А что? Сухота одна. Охоты нет жениться. Какая-нибудь и так полюбит. Пусти, Гришка. А не пущу. Ну не дури мне мужа избирать. Пусти, дьявол, вон люди увидят, что подумают. Ну, с Богом. Ну, батя. Час добрый. Ну, сынок. Ходи.
припозднились, припозднились, Мирон. Да я напиться. Волосы у тебя. Чего? Дурно пьяным пахнуть. Знаешь, цветком энтким. Пусти, Гришка. Помалкивай. Пусти, а то зашумлю. Погоди, Ксюш. Дядь Пантелей. К дождю, видать, поясницу ломит. Кто он такой стрижни хочет, ему? Гляди, траву чужую быками не потрави. Thank you.
Катя, слышь. Слышу. Пусти. Чего ж теперь? Сама пойду. Здорово ночевали. Доброго здоровья. Ты что же это, Прокофьевич, примолчался-то? А что? Так что, сына задумал женить, а сам и не гугу. Какого сына? Григорий у тебя ведь не женат. Пакеты еще не собирался. А я слыхал, будто в снохе берешь Степана Астахова Аксинью. Я? От живого мужа? Да ты что, Платоныч? Да вроде смеешься. Да уж какой смех. Наслышан от людей. Мужин след не остыл, а ты уж хвост на бок. Слышь ты, курва, мало тебя били, чтобы ноги твоей с нынешнего дня на моем базу не ступало. Я твоему Степану пропишу. А ты чем? Свекор, а? Свекор, ты что меня учишь? Иди свою толстозаду поучи. Да я тебе дьявола хромого культяпого в упор не вижу. Иди отсель! Не пенься, как крех, не испужаешь. Ходи ты, дура. Нечего ходить, тебе не родить. Да черт, баба. Мужу пропишите. Да пиши уж наказанному атаману, а Гришка мой. А захочу и с гостями съем, я ответ держать не буду. Пиши. За всю жизнь, за горькую отлюблю, а там пусть убейте. Что, батя? Не пакости соседу, не страми отца, не таскайся в кабинет. Да драться не дам! На сходе запорю! Ох ты, черт, да вы семя! На маршрутке, дурочки, женю! Сядь и выехал, что? Погонь-то трогся, ну погоди! Кем сын, а? Жени, сук! Кинова сына. Гриша, колосочек мой. Ой, осталось 9 дней. Еще не скоро. Степан придет, что будем делать? Небось, бросишь меня. Побоись. А мне его чего бояться? Ты жена-то и боись. Степан придет, это не штука. Батя вот меня женить собирается. Кого усватали? Да только собирается ехать.
Мамань гутарила кубить коршуном за ихную Наталью. Наталья. Наталья девка красивая. Дюжа красивая. Надо и свидала ее в церкви. Нарядная была. Там ее красоту заголенишь не класть. Я б на тебе женился. Гришка! На что ты привязался ко мне, проклятый? Гришка, душу ты мою вынаешь. Ой! Гриша. Надумал, что? Дружечка моя, родимый мой, давай уйдем. Кинем все и уйдем. И мужа, и все кину, лишь бы ты был. На шахту уйдем далеко. На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит. Он нам подсобит. Гриша. Пусть словцо урони. Дура ты, Аксинья, дура. Ну куда я уйду от хозяйства? Опять же мне и на службу на этот год. Нет, не годится дело. Никуда я от земли не тронусь. Не даюсь, орех на мне. Бей, Степан. Что не стряпалось? Нет уж. Собери-ка что-нибудь пожрать.
Расскажи, милаха. Расскажи, как мужа ждала. Мужину честь берегла. Ну? Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть. Дельц к вам помал семей. У вас девка-невеста, у нас жених. Не снюхаемся ли каким случаем? Здорово ночевали. Слава Богу. Про то речь, что и вдовать-ку быть и рано. Оно, само собой, дело хозяйское. Жених он на вроде старца, где хошь просить. О, уж раз вы, к примеру, скажем, ищи купецкого звания жениха, и там еще что, совсем уж другое, извиняйте. А что уж там, родимые мои, теперь-ча самый святок лазоревый, что ж держать? Аль мало перестарка в девках кулюкают? Раз дело такое зашло, значит, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье. По доброму слову, аль мы детям своим сопротивники или ходи? Наша не засидится. Да ведь придется рано или поздно расставаться. Клич дочерью, Мирон Григорьевич, поглядим. Наталья! Наталья! Натаха! Пройдись, пройдись! Ну, ступай.
Ксютка, сюда иди. Пришла. Чем ты тебя щекал? Это должен быть подсолнух. И шо вот тут для глазу? Мочи нету. Пропала я, Гриш. Чего же он? Не знаешь чего? О, бьет каждый день. Кровь высасывает. И ты тоже хорош. Напаскудил, как кобели в сторону. Все уж. Виноват, Гриш. А ты не виноват. Ну, погоди. Ну, сбрехнул словцо. Ну, не обижайся, чего кричишь. Я не навязываться пришла. Не боюсь. Надо, кончилась наша любовь. Как это кончилось? Как же это? Вот чего, Ксения. Я надумал... Чтоб все никого не видали. Надумал я... Надо как-то дали проживать. Надумал я... Давай с тобой прикончим. Кончим эту историю, а? Аксинья! Принимайте, молодых одаряйте. Дори мне вести шаль. Спасибо. Дары бычка, ряба, бузилка. Спасибо. Горькая, а? Это дети! Thank you.
конь по зебрам пошел. По зебрам. По зебрам. Ступайте по черту. А баранинки хочешь? И меня баранинкой не угощай. Я, может, черветку ем. Черветку. Иди она у нас. Команды Исаул Тершинцев. Какого? Взвод! В атаку полным наметом! Пики к бою! Шерстен, молодцы, бахановцы! Слава платного героя, победитель был врагом! Победитель был врагом! Живешь, любишься с молодой женой. Ничего, живем. Осень встает. Сбирается с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стигай. С ленцом баба спорченная. Румянься, да брови чернить, мать тебе, суку. Нехай хоть первый годок покахай. Гришка. Григорий. Гриша. Батька кличет. Дарья. Собор один. Пойди сюда. Энти два улиша вспаши, что за толокой у красного лобу. А Петро не подсобить? Они с Дашкой на мельницу поедут. А-а-а. Ну-ну. Подходи. Проспал, а теперь лезешь. А то здесь холод, то клюну. Да что? Я тебе жоп... Погоди! Стойте, брат, стойте! Брат, уже казаком бьют! Стойте, брат! Эй, братцы, стойте! Папы! А вы что, следите? Они там всех казаков побьют! Стопану! Стопану! Уходи!
Пойду! Казаки! Нагнать! Дали гребни, не ускачут! Стой! Да ты кто такой? Отчет сорвался! Стойте, станишники! Стойте! Гудцы, кобей тебе, станишник! Мужик, лапоть дровяной! А он дай им погляделкам, Яша! Да погоди погляделкам! В чем дело? Хохлов били! За что били? За очередь! Не залазь наперед! Вложили им память! Хохлы, они огромадно сердитые! А ты кто? Я-то... казак! А ты не из цыганин? Нет, я не из цыганин. Мы с тобой, пожалуй, оба русские. Брешешь. Ведь казаки от русских произошли, ты знаешь про это? А я тебе говорю, казаки от казаков ведутся. Ну, еще в старину от помещиков бежали крепостные и селились на Дону. Вот их прозвали казаками. Иди-ка ты, мил человек, своим путем. Ишь, поганка. В мужиков захотел переделать. Что это такое, слышь ты, Афанасий? Приехал тут какой-то, разъелдовец. Кто его черт знает? Моя фамилия Штокман. Сам я слесарь. Буду жить в хуторе татарском. Но в случае надобности могу и по столярному делу. Так что еще не раз увидимся. Поехали, хозяин, время-то идет. Назад! Назад! Вперед! 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 Месяц. Не холодишь, не греешь. Не люблю я тебя, Наталья. Ты уж на меня не гневайся. Хоть и жалко тебя, а нету на сердце ничего. Пусто. Как зараз в степи. Наталья вот собирается уходить. Это через чего? Я знаю, через чего. А я знаю. А я знаю, через чего. Я ее не сужу, хоть и странно, и перед Богом грех. А я не сужу. Не на ей вина, а вот на ентом, суки, не сыне. Кому я виноватый? А ты не знаешь с собой? Не знаешь, чертяк? Не знаю. Я тебе вот что скажу. Не будешь Наташкой жить, иди сразу, куда глаза глядят. Вот тебе мой сказ. Иди, куда глаза глядят. А я вам, батя, не во гнев скажу. Не я женил, а вы меня женили.
А за Наталью я не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу. Иди ты отсель. Я уйду. И уходи, чертовой матери. Уйду, не спеши. Куда ты пойдешь? Нехай идет, скопинина поблудный. Стой, Гриша. Нехай, будь он проклят. Гриша! Гриша, вернись! Пропади ты, разделюбая! Гришенька! Ну уж хорошо ли, плохо ли, а как говорится, так сложилась история. Да разве ж сами виноваты? До какой страны довели казаков? Молчи уж, мужик. А мужики, они люди. Мужики-то? Так ведь вот, я как петербуржец служил до красных видов. Вот. Был такой случай. Крепало. Как-то раз верхи нести караул. Едем, а с угла, стало быть, студенты вывернулись. И видим их, не видим. Как увидели нас, да хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну чего, говорит, казаки, разъезжайте. Так это охутарю. Караул несем, а ты по воде-то брось. Брось, не хватай, ну, и за шашку. И за шашку. Ну-ну. А тут один носатый вынает из портмонета десятку и ударит. Выпейте, говорит, казаки, за здоровье, говорит, моего покойного папаши. Дает нам десятку и вынает из сумки портрет. А это, говорит, папаша наличность. Возьмите, говорит, ее на добрую память. Но мы взяли. А студенты отошли опять. Го-го-го-го-го-го. Всем, стало быть, отправились по Невскому проспекту. Здравствуйте. Вот еще один казак явился. Ты чего, Гришка? Ты отсюда скоро? Да скоро уж. Я у тебя заночую. Чего так? Со своим поругался. Ну-ну. Так, стало быть, отправились по Невскому проспекту, ну? Ну, сменили нас. Мы вахмистру их ударим. Вот что, Лукич, заработали мы 10 ссылковых. Ну, и должны их пропить за упокой души вон этого деда. И показываем ему портрет. Так вот, этот портрет я взял на совесть. И для памяти, значит, над кроватью повесил. Ну, вижу, борода седая. С собой подходимый человек. На вроде как из купцов. А сотник доглядел и спрашивает. А от келя ты взял этот портрет такой-сякой? Так это ударю. А он и зачал меня костерить. И подсколи, и что стало бы раз. Да знаешь ли ты, орёт, что это атаман ихний, Карла... Как его? Запамятовал прозвище, а? Карл Маркс. О, он самый, а? Подвёл под монастырь, мать его, ведёт, а? И к нам иной раз сам старейший Алексей своими наставниками забегали. А их и доглядели. Что было? А ты все мужиков хвалишь. Видал, как его подковали. А зато десятку пропили. Вот хоть за Карлу бородатого пили, а пили целых 3 дня пили. Да. За него следует выпить. А что он навершил такого доброго? А это я обязательно расскажу. Только сейчас поздно уже, а? До свидания, Шмидович. Я к тебе только на сутки, двое. А что, домой не вернешься? Нет. А как жить надумал? Как жить? А как люди живут? Люди живут по-разному. Заходи.
садись, вечерить будем. Да, Миша, люди по-разному живут. Тяжело быть без привычки. Ничего, привыкли. Куда ж на дом? Завтра к Сергею Платоновичу схожу. А не то к генералу Колесницкому в имение. Это что ж, батрачить будешь? Гриша, ну какой из тебя батрак? На этом деле шибко не разживешься. Смотри, как бы гордость в тебе не взыграла. Вышла Гамазина. Тише. Тише, Машутка. Что же он, Маша, может, ты шучу велел? Ой, я. Вот Алеша все свое взяла, что можешь. Господи. Да как же я? И так-то скоречко. Да что ж я. Ну, я пойду, не то. Погоди. Скажи ему, что я скоро. Вчера она приходила. Кто? Да Машка Шивых. А, это она по твоему делу. Просил юбку ей скроить. А-а-а. А ты никак собираешься куда-то? К коньякушке пойду. Посижу трошки. И когда ты находишься? Искоренили карты. Что не ночь, то им игра. До кочетов просиживаю. Ну, будя, будя. Слыхали. Ты ложись, не жди. Ну-ну. Зайдете уж скоро, надо поспешать. Ой, батя, Риша. Да ты чего? Так, живот, что это? Тяжелая, надо, поняла. Все, пойдем. А ты и не спросишь, куда я тебя веду. Можно первого яру, а там и спихну. Все одно уж мне доигралось. Значит.
Как живешь, Аксинюшка? Благодарствую. Ты чё, Витько? От Натальи. Чего он там сидел? А я почем знаю. Пришел, сел, вот так-то, глянь-ка, Гришенька. А коленка острая, приострая. Примолвила, что ли, его? На, нужен он мне, господи. То ты гляди, а то я его в одноряд спихну с крыльца. Я тебя оставлять дома более не буду. Со мной будешь ездить. Да, Гриша. Чего? Что ж ты молчала раньше? Да я робела, думала, бросишь. Скоро? На спас одумается. Степанов? Твой. О, где же? Гривай! Уже наелась пустяковая твоя душа. Пойди не то проспись. Обиднее отошла. Не давай баловать. Не давай баловать. Пускай. Прощай, генерал.
Смотри, не зашибись! Это кожаную, вот арест тела, ребят. Будем брисовать. Через это ее и муж бросит. Да не, она со стопом Пантелеев хромым спутает. Стало бы через это самая Гришка и убег с дома. А то через тело. Ну ты. Чего ты? Чего ты? Говори, да откусывай. Скучаешь по Гришке-то? Тебе что? Тоску твою разогнать хочу. Уйди, Митька. Да ты не мордуйся, Наташка. Я батю зашумлю. Чего, сдурела? Уйди, проклятый. Как тебе земля только держит. А вот так держит и не гнется. Ну что? Дорога невозможна, моя донюшка. Така тряска, що Гетько усі печінки собі подбивав. На, держи. Здравствуй, батя. Собираешься на службу? А то как же? Раздевайся, батя, назяпать небось. Ничего, терпится. Самовар поставь. Спасибочка. Там привез тебе справу. Два шнеля, седло, шаровары. Возьми все там. Выступать когда? Другой день Рождества. Так. Девка. Уж так
Как описанная, вся в Гришу. Наших кровей. Ишь ты. Ты что ж, батя, едешь? Поспешаю пораньше возвернуться. Не думаешь, шаной жить. Давнишний сказ отгутарили. Не думаешь, стал быть. Стало быть так. А Бог? Ты гляди, не чужого вскармливаешь. Чей бы ни было, дитё не брошу. Наталья спортилась с того раза. Ну что она как? Жилу нужную перерезала. Шею кособочит. А Наталью мы возьмем. Не хочет баба жить в своих. А ты свидал ее. Крикал, чтоб к нам шла. На! Альшанском. Чего? Гриша, стучать. Беспокойся. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Может, и ты. И ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец на императорском смотру в 83-м году получил первый приз за джигитовку. Так точно! Ну, ты, Прохопич, у развилки шивка не гони, а то я вчера аккуратно перекинулся. Ну, ладно, успел уже, а? Долго ли ему? Коне боевой из походивую, кому церкви ждешь, кого отца ждет, ждет даже и тагеца казака. Садись, Сани. Не, я верхом. Ну, трогай! А. Погоди, Гриша. А. Что ты хотела сказать? Ну, прощай. Дитё гляди. Поеду. А то батя он ж. Погоди, родимый. Счастливо, коза! Счастливо, дед! Thank you.
Давай еще подставлю. Ничего, я сама. Подожди, я тебе чего рассказать хочу. Ну, расскажи. Видишь, как Шива вчера целый вечер со мной простоял возле магазина. Чего ж ты краснела? Да и ничего. А глянь в зеркало. Чисто полами. Да ты ж пристыдила. Ну, рассказывай, я не буду. Ты гутарит, как цветок лазурь. А я не пришу, Мишка, он болит. Это кто ж такие? Кто их знает? Это камыш. Прошу встать. Вы арестованы. В чем дело? Вы занимаете две комнаты. Да. Мы произведем у вас обыск. Позвольте ключ от этого замка. О чем, собственно говоря, я обязан, господин следователь. Об этом мы еще с вами успеем побеседовать. Пожалуйста. Поехали. Ну-ка. Прошу вас. Нет, этот сорт я не курю. Прошу вас начинать допрос. Так. Вы сюда прибыли по заданию своей организации. О чем речь? С какого времени вы состоите членом РСДРП? Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии. С 1907 года. Угу. Так, получали ли вы какие-либо директивы из Ростова? Нет. Читали рабочим, посещавшим вас, вот эту книжонку. Мы читали стихи. Стихи. Вы читали запрещенные законом книги. Верхи какой-то берете? Шибко. Ты зля как пылить. Так и коня запалить можно. Наметом идете. Как война. Господи!
Господи! Перекажи, захмол. Не скучай. Пойдемте. Обогода! Петите! Садись с нами! Милая ты моя говядинка. Береги мне миску. Эй, братушки, вы куды ж это? Куме на Христины. Мелех, ты не робеешь, а? А чего робить? Как же, может, мы не в бой пойдем? Ты обещай. А я вот робею. Сию ночь не спал, нет сна, хочу бей. Револьвер стреляют. Похоже, как ребят палку по чистоколу, верно? Да молчи, ты балабон. Где этот капитан? Да нет. Вам приказано еще вчера было закончить работу. Молчать! О подвозке строительного материала надо было позаботиться раньше. Молчать! Что это? Ну как я теперь проеду на ту сторону? Я вас спрашиваю, как я проеду на ту сторону? Ваш ну что вам, какие что? Какие будут приказания? Да ступайте, ступайте. Что это? Кто приказал? Идите к бою, шашки! Вода! Thank you.
к тебе, Аксинья. Ты зачем пришла? Мне бы напиться. Пей. Ты у кого просишь? Да ты первая отняла у меня Гришку. Ты, а не я. Ты ж знала, что он жил со мной. Зачем замуж шла? Я вернула свое. Он мой, у меня дитё от него. А ты что? Ты отца у дитя хочешь взять? Ого! Да ты своего мужа бросила. Не шуми. Кроме Гришки нет у меня мужа. Никого нет во всем свете. Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривила. Ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросила, на калеку позавидует. Не видать тебе, Гришки, вот мой сказ. Ступай. Надеялась, что выпрошу. Зачем шла? Так камень пихнула. Thank you.
принял. Царствие небесное, дитё, душа ангельская представилась. Ксюша пошла, поглядела. Может, чего снадобится? Молодой барин приехал. Не поверю. И тем не менее, ну, Верховный в данном случае не прав. Да помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской компании. Кушать вот. На днях ребенка похоронила. Да что ты? Да. Ну так вот, я говорю аналогичные случаи из русско-японской компании. Куропаткин тогда настаивал, требовал, а жизнь показал. Здравствуй, Ксюша. Здравствуйте. Кто это? Сейчас я оденусь. Чего я на минутку? У тебя умерла дочушка. Умерла. Ты очень изменилась. Еще бы я понимаю, что значит потерять ребенка. Только ты напрасно изводишь себя. К жизни ее не вернешь. А ты еще молода. Еще будешь иметь детей. Не надо так. Возьми себя в руки, смирись. В конце концов, не все потеряно. Все смерть ребенка. Подумай, вся жизнь. Впереди. Так ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть. А как же народ? Ален не понимает. Неужели нет таких, который бы вышел и сказал: братцы, так во за шо мы гибнем в кровях? Як ты так вышел? Ты шо? Сказився, вийшов. Побачив би я, як би ти вийшов. Ми ось з тобою шепшемося, як гуси в каміші. А скажи різко, і під пулю. Чорна глухота у народа. Війна. Війна його розбудить. Із хмари після грому дощ буде. Чого ж делать? Ну, говори, гад, ти мені серце розврашив. А що тобі серце каже? Не понимаю. Хто мене скруче спихає, того я спихну. Треба не бояться повернути винтовки. Треба загнати пулю тому, хто послає людей в пекло. І ти знай, Гриша, собирається велика хмара, яка все знесе. Так що ж по-твоєму? Все повернуть вверх ногами? Да, все треба скинуть, як грязні парки. Треба свою вовчину драть. Треба їм губи рвати. Бо сильно не народ помордували. Палату, быстро все проверьте. Сейчас
свое место. Уложите, уложите. Милости просим, ваше императорское высочество. Пожалуйста, туда, ваше императорское высочество. Сюда, ваше императорское высочество, донской казак, георгиевский кавалер. Какой станице? Вешенской, ваше императорское высочество. За что имеешь крест? Я бы... мне бы по надобности сходить. По надобности, ваше императорское высочество. По малой нужде. What else could you expect from a Cossack? They're only good for taming mobs. Otherwise, they're just animals. Пожалуйста, в следующую палату, ваше императорское высочество. Мелехов. C'est un vrai nom du Cosaque. Mais c'est charmant, n'est-ce pas? Oui, maman. Ты каналья. А я тебе не каналья, рад! На фронте вас нету! Тихо. Отправьте меня домой. Отправь им, убирайся к черту! Дед Сашка, спишь? Отцы святители, Гриша, откуда тебе холера взял? Ух, вот так гость. Садись, садись, а? Покурим. Ну, детка, живешь, землю топчешь. Топчу помаленечку. А я как крючок ремневый, мне из носа не будет. Аксинья как? А что за Аксинья? Аксинья, слава богу. Танюшку где похоронили? В саду под тополем. Да. Ну, рассказывай. Кашель мне, Гриша, мучает. Ну? Все живы и здоровы. Пан вот попивает. Аксинья как? Аксинья? Она в горничных теперь. Знаю. Ты бы покурить свину, а? Закуривай. Я табачок первый сорт. Я не хочу, ты говори, а то я уйду. Я же чую. Чую, что ты слово какое-то, как камень за пазухой держишь. Бей, что ли? И вдарю. Бей! Вдарю. Силов я не набрал молчать. И мне, Гриша, молчать дюже прискорбно. Говори. Змею ты грел, гадюку прикормил. Она с Евгением свалялась. Какой голос?
ферме, говоришь? Баба кошка. Кто погладил, к тому и ластится. А ты не верь. Веры не давай. Снова не ждала. Любимый мой. Ты чувствуешь? Пойдем скорее. Хозяин я. Хорошо. Ну, ладно, ладно. Думала, не придешь ты. Хотела тебе Гостинцева отправить, а потом, думаю, погожу. Может, письмо получу. А ты на горничную не похожа. На экономку скорее. Гриша, давай я тебя разую. Что ж ты кричишь? Ой. А не рада мне. Вот он, георгиевский кавалер. Однако ты возмужал, брат. Надолго прибыл? На 2 недели, ваше превосходительство. Дочь-то похоронили. Жаль, не жаль. Григорий? Ты откуда? Из Москвы в отпуск. Вот как? Ранен был? Так точно. Да-да, я слышал. Каким молодцом ты стал, а, пап? Кавалер. Да. Никич, давай. Ваше благородие, дозвольте прокатить вас по старой памяти.
Ну что ж, сделай милость, поедем. Никич! Ну-ка, позвольте. Эх, и прокачу ж я вас, Евгений Николаевич. Прокати, а чай получишь. Премного вами довольны. Спасибо, что Аксинью мою не забываете. Кусок ей даете. Возвращайтесь поскорей. Ты что? А вот что! Ты скотина! Аксинью! Еще тебе за Аксинью! Сука! Прости!